даже и забыла, как тут здорово. Малыш! Этот парень вломился в мой дом. Черт возьми! Будь добр, сядь-ка на тот диван. Ладно, но давайте вы сначала отпустите мою жену. Мне пришлось нянчиться с ним. Как она открывается? Тот замок секретом? Нет. Там обычная застежка. И помогать ему грабить нас. Так что 150 тысяч долларов. Думаешь, этого хватит? Да, согласна. Тут явно понадобится больше. Я добуду тебе деньги завтра. Но почему я? Я тебе должен, так? Вообще-то ты должен сотням людей, а не только мне. А ты попробуй быть богатым белым парнем в наше время. Это отстой! Ты хочешь быть мной? Дело в этом, ты просто жалок. Не думаю, что ты сможешь что-нибудь сделать. Ты должна сблизиться с ним. Делай все, что потребуется. Идеальная пара. Идеальная пара. Нечестно! То, что у тебя есть все, а у меня шиш! Твоя выходка поставила под угрозу меня. Шагайте в чертов кабинет, бегом! Я никогда не брал того, что не мое. Ты не убийца. Огромная разница между тем, что произошло, и тем, что ты хочешь сделать. Не переступай эту черту. Долгая будет ночка.